Политическую систему Украины можно изменить, но только используя принципы диктатуры. Об этом скандально известный депутат Рады Надежда Савченко заявила изданию Deutsche Welle. А в интервью украинскому телеканалу Савченко сообщил, что готова организовать новую революцию на Украине. Савченко также заявила, что готова носить с собой гранату для защиты от возможного преследования со стороны властей или украинских радикалов. Пока что ее защищает депутатская неприкосновенность. И отменять этот статус сейчас, по мнению Савченко, было бы уж преждевременно. Это нужно в идеальной стране, где развита демократия. Сейчас это защищает нас с вами, потому что мы уже наговорили. И я не хочу учиться бояться. Поэтому на всякий случай я буду носить с собой гранату. Савченко рассказала о вопиющих фактах коррупции Минобороны Украины. На закупку военной формы Киев тратит больше 70 миллионов гривен в год. Это около 150 миллионов рублей. При этом носить ее невозможно. Экономят на всем штаны, зачастую на 10 сантиметров короче, чем надо. А ткань вообще никаким стандартам не соответствует. Я добавлю, Савченко уже вызвала неприязнь многих коллег-депутатов. И мне нравится ее инициатива объявить амнистию для ополченцев Донецка и Луганска и начать прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Позиция Савченко сделала ее очень популярной, значит, опасной для коллег. Желательно бы ей охрану получить прямо из ФБР, поскольку здесь не очень себе представляю, кому можно доверять. Ясно, что она выступает в роли оппонента партии войны, причем резко. Важно, что она занимает позицию, которая поддерживается относительным большинством украинского общества. Она имеет самый высокий уровень доверия сегодня среди всех украинских политиков. Ну и осенью Украина может ожидать роспуск Верховной Рады, отставка правительства. Это пообещал депутат-олигарх Вадим Новинский. Он говорит, что стране нужен парламент мира, а также правительство равенства, развития и высоких социальных стандартов. Все это должен обеспечить Петр Порошенко. Если не сможет, депутаты просто инициируют импичмент президента Украины. Осенью мы приложим все силы для роспуска этого парламента войны и отставки этого правительства социального геноцида. Более того, если президент, гарант Конституции Петр Порошенко, не предпримет экстренных шагов по коренному изменению ситуации в стране, мы будем инициировать процедуру импичмента.